Всем привет! Вы на канале Девочки и куколки, с вами Марина. Сегодня я записываю мастер-класс, как сшить наволочку на подушку. Мы уже сшили с вами матрасик, подушку, простынные резинки, и сегодня будем шить наволочку. Мастер-класс будет простой. Оставайтесь со мной. Это подушка, и мы будем шить наволочку. Берем подушку, забираем размеры. У меня подушка 15 на 20. Кусок ткани должен быть вот такого размера. Наволочка будет у нас с загибом, без пуговиц, без молний. И легко будет одеваться. 41 на 24. Первое, что делаем, это загибаем края. Один край у меня кромочный, я его сделаю одним загибчиком, прострочу. А с этой стороны сделаю такой вот отворотик и тоже прострочу. Края обработала, не забываем сделать закрепку. Туда-сюда прошить. Я хочу украсить наволочку кусочком шитья. И должна пришить его по лицевой стороне, там, где у нас подушечка со сгибом. Где здесь сгиб у подушки. Прострочила я полоску шитья, теперь отворачиваю и сделаю еще один шов. Осталось прошить всего два шва, и наволочка будет готова. Складываем так и вот так. Прошиваем здесь, здесь и обметаем. Обрезала края, подровняла. Обработала строчкой зигзаг. Выворачиваем. Наволочка на подушку готова. Вот такой простой мастер-класс. И в следующем видео мы будем шить одеялко. Всем удачного творчества. С вами была Марина. Всем пока!